Второй экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста открыл большие возможности для каждого, поскольку здесь представлены все сферы жизнедеятельности – промышленность, социальная отрасль, транспорт и логистика, медицина и спорт, туризм, культура и многие другие. Итогом форума стало заключение 21 договора в различных сферах с представителями Польши, Латвии, Болгарии, Грузии и других стран. Каждое из скрепленных подписями соглашений – это залог дальнейшего развития связей и наращивания потенциала. Кроме того, стоит отметить, что на первом форуме побратимов и партнеров были заключены договоры примерно на 2 миллиона долларов. Сейчас уже подтверждены контракты на сумму более 3 миллионов. Отгрузка на экспорт составила 1 миллиард 100 миллионов долларов США. Мы отгружаем сегодня продукцию в 83 страны мира. И буквально за последний год мы нарастили буквально 15 новых стран. Это Марокко, это Македония, это Босния-Герцеговина, это Нигерия, это Швеция, это ряд других прибалтийских стран и так далее, и так далее. Это... И продукция достаточно широко представлена брестских производителей за рубежом. Второй экономический форум проходил в усовершенствованном формате, так как для участников были организованы переговоры в формате B2B, что значит «бизнес для бизнеса», в рамках которого бизнесмены посетили предприятия организации города. Среди тех, кто в таком формате решил познакомиться с экономическим потенциалом города, была делегация из Словакии. Инвесторы побывали на двух ведущих предприятиях Бреста – «Санта Бремер» и «Гефест Техника». Не случайно визит состоялся на территории этих компаний. В географии экспортных поставок Бреста Словакия появилась буквально 5 лет назад. За эти годы экономическое отношение развивалось стабильно, а потому сегодня укрепить сотрудничество – задача номер один. Очень рады видеть, что Брест, все ваши предприятия красиво развиваются. Вы очень хороший пример и для нас в Словакии. Хотим укреплять наши дружеские отношения, поэтому мы приехали из Минска, потому что думаем, что не только в рамках парламентов надо дружиться в столицах наших стран, но надо посетить и регионы, встретить людей. Мы надеемся, что по результатам данного экономического форума мы приобретем как минимум привлечение инвестиций в город Брест. Отгрузку на экспорт мы увеличим от 5 до 10%. У нас это уже просчитано. И также хочу отметить, что в конце экономического форума мы подписали 21 соглашение, которое уже предусматривает заключение контрактов на более чем 3 миллиона долларов США. И далее, вот непосредственно, как мы сейчас работаем непосредственно на предприятиях, да, в переговорах один на один с определенными условиями, то уже, в принципе, оговаривается о 10 конкретных контрактах. Итоги переговоров в формате B2B будут известны ближе к завершению года. Но то, что белорусские товары подтверждают свое качество и пользуются спросом – факт. Об этом свидетельствует количество участников форума и проявленный интерес представителей делегации к брестским производителям. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.